Всем привет! Сегодня 1 марта. У нас такое ЧП. Сошла лавина с крыши. И оборвала козырек. В предыдущем видео я вам рассказывал, что мы начали делать новые клетки. Сейчас вам покажу их. И сегодня у нас забой. Нужно забить 7 кроликов. И покажу вам все, что получилось. Ну вот, друзья, исправили мы, что оборвало. Вот такой прекрасный вид. Кронштейны вон все надо будет откручивать. Все, спускаюсь вниз. Вот такие вот клетки у нас получились. Одна большая. Четыре дверки, четыре бункерных кормушки. Она идет под наклоном. Вся моча вот туда. И получается, вот на этой стороне у нас с маточниками сидят самки только. А на эту сторону пересаживаем уже, который под забой на мясо. Вот их наверху где-то штучек 30, наверное. Сегодня будем вот этих забивать. Сейчас они пойдут под забой. Заказ был на 15 кроликов, но у нас их нету столько. Сегодня 7 или 8 забьем. Давайте посмотрим, как там у нас Петька. Петя, ты как тут? Какой хвост красивый у него растет. Петьке все хорошо. Ну-ка, куда пошла? Вот такие зайцы. Что он пытается сделать? Эти сено им дал, как они все сено едят. Ну все, пошел я забивать зайцев. Попозже включимся. Ешьте, ешьте, сейчас глушитель к вам придет. Ну вот, друзья, пришел у нас забой. Вот такие получились кролики. Жирненькие. Вот почки. 7 штук забили. Так что все. Всем пока. До новых встреч.